Здравствуйте, люди. Здравствуйте, нелюди. Это снова я. И мой конь, если можно так его назвать. Поступило несколько просьб, чтобы я снял видео о своем мотоцикле. Он у меня там в одном обзоре засветился уже разок. Народ хочет еще. Честно говорю, я небольшой специалист снимать обзоры на технику. Так что, если где-то что скажу не так, прошу сильно меня за это не ругать. Что это у нас такое? Это мотоцикл от замечательной японской компании Kawasaki. Kawasaki Vulcan VN1500A. Он же VN88. Модель достаточно известная, но достаточно старая. Своего рода классика. Начал выпускаться в 87 году, 1987, если что. И вышел на рынок как такой своего рода убийца харлеевской дайны. Он превосходил ее буквально во всем. Но у Харлея есть такое замечательное качество на фоне всех его недостатков. Это его легендарность. По легендарности ему Харлея одолеть не удалось. Именно поэтому данная модель в 96 году с производства была снята, а дайна выпускается по сей день. Ну, легенда такая легенда. Что из себя представляет этот мотоцикл? Это, если можно так выразиться, заводской чоппер. То есть это... Чем отличается чоппер от круизера, да? То есть круизер — это большой, длинный, тяжелый, комфортный мотоцикл для дальних поездок. А чоппер — это круизер, где крутизна важнее комфорта. Где комфорт принесен в жертву, скажем так, стилю и некоторым наворотам. Объем двигателя 1470 кубических сантиметров или 88 кубических дюймов. Собственно, почему он имеет название для американского потребителя VN88. Это, в общем-то, дофига. На тот момент, когда этот мотоцикл появился, равных ему по мощности и крутящему моменту в своем классе просто не было. Он и по сей день остается самым крутящим среди полуторалитровых V-твинов. Ну и, в общем-то, на этом его основные достоинства заканчиваются. Дури у него реально немерено. Здесь стоит очень интересный мотор. Если обойти его с другой стороны, можно посмотреть. Здесь совершенно внезапно у нас две свечи. И здесь две свечи, при том, что горшков всего два. То есть, соответственно, у нас на каждый цилиндр идет две свечки и четыре клапана. Такая вот непростая система. Мотор выдает 72 лошадиные силы. Это европейская полносильная модель. Имеет четырехступенчатую коробку передач. 123 ньютон-метра крутящего момента на валу. И карданный привод. Сейчас надо заглянуть, где у нас там, собственно, этот карданный привод. Это вот не очень видно из-за сумки. Но это ни цепи, ни ремень. То есть вот у нас этот самый кардан. Мне мотоцикл достался, естественно, не новым, что в 96-м году, когда его сняли с выпуска, мне было не столько лет, чтобы покупать такие мотоциклы. Купил я его 5 лет назад, первый владелец в России, мне его пригнали из Японии без предпродажки, и обошелся он мне относительно недорого. Но зато пришлось потом в него немножко повкладывать. Естественно, поменяли по кругу все резинки, все прокладки. Почистить его сильно пришлось, потому что он долго стоял, алюминий весь покрылся окислами. Подозреваю, стоял он где-то на берегу моря. Что интересно, у него оказался честный пробег на момент приобретения. Я долго в это не верил, пока первый раз не полезли перебирать вилку. Там как раз еще даже тефлон весь был новый, то есть на этом мотоцикле, в общем-то, действительно очень мало ездили. Но он очень долго стоял, это не пошло ему на пользу. Вот, на момент приобретения у него из всех мест текло масло. Пришлось поменять сальник штока сцепления и сильно заниматься крышками цилиндров, которые там внезапно стоят без прокладок, посаженные на герметик.
Вот. Только с третьего раза удалось нормально это все поставить. В награду от предыдущего владельца, какого-то совсем сурового, брутального японца, мне достались уже сразу готовые дуги. И вот такой вот абсолютно сумасшедший выхлоп, который ничего не имеет общего со стоком. Это прямоточные трубы, практически без каких-либо заглушающих элементов. В оригинале тут стоит довольно тихий глушитель, комфортный для окружающих. Там еще должен стоять резонатор. Вот если вот сюда вот посмотреть, то вот там вот такое даже крепление есть, где он должен висеть, но его там нету. Устанавливая прямоток, резонатор сняли к чертовой бабушке. И теперь у него очень суровый мужской звук стал. Два воздушных фильтра. Фильтры обслуживаемые, то есть их вынимаем, моем, мажем и ставим обратно. Когда я его только купил, я ему сразу купил новые фильтры. А потом подумал, зачем я их купил, они же обслуживаемые. Можно же старые обслужить и поставить. Снял коробки, заглянул внутрь, а фильтров там и не было. То есть не зря я их купил. Предыдущий владелец ездил без фильтров. Не знаю, как он это делал. Наверное, ему так больше нравилось. На мотоцикле достаточно большое количество всяких боевых царапин. Большая часть из них не мои. Я на нем ни разу не падал, слава богу. А вот предыдущий владелец, видать, пару раз разложился. После него пришлось немножко подрихтовать ручку тормоза. Привести в порядок винты, потому что на глушаке винт был загнут. Ну и в целом немножко убрать задряпы на дугах. Полностью их убрать не удалось, как видим. Вообще косметической стороной этого мотоцикла я, честно говорю, не занимался. Есть во мне что-то такое крысерское. Я считаю, что мотоцикл должен нормально ездить, быть технически исправным, надежным. А как он выглядит, это вопрос уже второй. Ну, выглядит, я думаю, он и так достаточно неплохо. Тут много хрома, много всяких таких ярких элементов. Вот с этими трубами он стал смотреться вообще отлично. Кстати, вот этот вот рогатый руль, вот этот вот большой гнутый кошмар, он стоковый. То есть он с завода уже шел с таким рулем. И, честно признаюсь, руль этот не сильно удобный, потому что у него ручки загнутые назад. И при резком ускорении мы с этого руля пытаемся соскользнуть. Ничего хорошего в этом, естественно, нет. А ускорение тут, дай бог, какое. Как уже говорил, дури тут в моторе просто немерено. Тормоза всей этой дури, прямо скажем, не очень соответствуют. Здесь, конечно, диски, здесь все как надо, здесь никаких барабанов. Сзади у нас тоже дисковый тормоз. Вот его тут даже видно. И впереди у нас дисковый тормоз, и впереди и сзади у нас по одному диску. Но их откровенно не хватает. Если ездить спокойно, то, в общем, и нормально. Вот если ездить агрессивно, ничего хорошего из этого не получается. Задний тормоз имеет нездоровое свойство подклинивать. То есть мы ни с того ни с сего срываемся в дрифт, и нам становится очень страшно. Дрифт на чоппере — это, мягко говоря, не самое приятное, что можно в жизни изобрести. К положительным моментам можно отнести литые колеса. То есть здесь никаких спецованных недоразумений. У нас точно ничего не погнется, не завосмирится и не свернется. Это хорошо при такой мощности. Но имеет, конечно, и свои недостатки в виде большой неподрессоренной массы, но это уже второй момент. Но в целом вот такая вот, собственно, красота. Я не знаю, что еще можно про него хорошего сказать. Хорошего можно про него сказать, что он дешевый. И это как раз тот способ, как можно чувствовать себя на дороге круче всех и платить за это очень мало денег. О, ну да, вот другого времени не нашли, чтобы на поезде здесь покататься, да? Я тут мотоцикл снимаю, блин, меня ж не слышно будет. А, я знаю этот поезд. Это, наверное, поезд с моей заставки ко мне в гости пожаловал. Тот самый, я его узнал по звуку. Так, народ очень хотел послушать звук. Я не знаю, что в этом звуке приятного. Один подписчик мне сказал, что этот звук ему уже по ночам снится, настолько он крутой.
Я в ответ на это предположил, что если ему этот звук снится по ночам, то, скорее всего, он мой сосед, потому что иначе вариантов я предположить не могу, если он его по ночам слышит. Сейчас заведемся, послушаем. Паровоз проехал. Можно в полной мере насладиться замечательным звучанием полуторалитрового ветвина. Сразу могу сказать, что мотор у него сам по себе достаточно шумный. Там водяное охлаждение. И нет такого четкого звонкого звука, как у Харлеев и у воздушных Ямах. То есть ветвин с воздушкой звучит, конечно, немножко по-другому и чуть более музыкально. Но на дороге, особенно на высоких оборотах, этот звук мне тоже очень нравится. Если его покрутить, все становится совсем жутко страшно. Ну а теперь, если я все-таки не разубедил вас покупать себе такой мотоцикл, чуть подробнее остановлюсь на подводных камнях, которые связаны с тем, что, покупая такой мод, вы, естественно, покупаете его не новым. Ему уже очень-очень много лет. Вот, на что надо обратить внимание. Самая главная болезнь данной модели – система охлаждения. Будьте морально готовы к тому, что вам ее придется перетряхнуть целиком. Что у вас будет дохлая помпа, дохлый термостат. И что обнаружите вы все это совершенно внезапно, поэтому лучше туда залезть сразу. Датчика перегрева на этом мотоцикле нет. Соответственно, когда он у вас перегрелся, вы это обнаружите только потому, что у вас начнет капризничать сцепление, которое тоже перегрелось и начало некорректно работать. Это не есть добро. Перегреваться все-таки мотоциклом не очень полезно. Если он у вас пару раз так неосторожно перегреется, у вас может усилиться течь масла из-под крышки, из той самой, которая вот там вот стоит, о чем я говорил, которая без прокладки. Вот, и это будет совсем недобро. То есть, соответственно, системой охлаждения надо заниматься. Я этот момент прошляпил. Когда начал этим заниматься, обратился не совсем к тем людям. Сам этим заниматься поленился. И в итоге все кончилось не очень хорошо. В этом году я взлетел на капитальный ремонт двигателя. Сейчас расскажу, как это все было. Меняли крыльчатку помпы. И она прикручена там винтом с левой резьбой. Люди, которые ее откручивали, этого не знали. И откручивали винт как правый. Естественно, свернули ему башку. Просверлили дырку. Вкрутили советский винт, поставили новую крыльчатку, закрыли все, отдали мне, сказали, все нормально ездит. Но левый винт там стоял не просто так, левый винт там стоял, чтобы он не откручивался. Правый винт, естественно, открутился. Крыльчатка встала раком. Протерла механический сальник, перепустила охлаждайку в картер. В какой-то момент я с удивлением обнаружил, что у меня вспыхнул чек масла, раздались какие-то странные звуки со стороны маслонасоса. При ближайшем рассмотрении в картере обнаружилась замечательная субстанция из охлаждайки с маслом, напоминающая нежное ванильное мороженое. Ну и при дальнейшем анализе обнаружилось, что по бороде пошло колено, вкладыши, маслонасос. Досталось, собственно, гидрокомпенсатору. Шестерня маслонасоса накрылась, потому что она с завода пластиковая, ее просто сорвало. Короче, влетели на ремонт абсолютно жуткий. Если бы я знал, как это все дальше пойдет, проще было бы поменять двигатель. Но мы взялись его чинить, починили. На данный момент он вроде даже ездит, только стал шумнее, стал вот
стучать гидрокомпенсатор, который мы так и не поменяли по определенным причинам. Стал чуть более суровый звук. Но он, по крайней мере, ездит. Это, собственно, к чему приводят проблемы системы охлаждения. Вот в такие моменты я начинаю понимать, что и Харлей не лишен своих достоинств. Он как минимум простой. Там нет вообще ни радиатора, ни помпы, ни термостата. Клапанов у него меньше, гидрокомпенсаторов у него меньше. Но в целом японцам мне нравится все-таки больше. Второй момент, на который стоит обратить внимание, который тоже немаловажен, это подвеска. Она здесь из завода сама по себе достаточно мягкая. Но учитывая, что мотоциклу лет немало, она тверже-то от времени не становится. Соответственно, в идеале поменять пружины и задние амортизаторы. Если этого не делать, ну хотя бы залить вилку более густое масло, потому что после того, как я залил по мануалу пятнашку, эта штука стала на кочках складываться на отбой. Ездить стало, мягко говоря, некомфортно. Потому что пятнашка со старыми пружинами особого энтузиазма на наших русских дорогах не вызывает. В целом, подвеска этого мотоцикла, она сделана, конечно, для дорог не нашей страны, для дорог с хорошим покрытием и без колдобин. Она сама по себе очень мягкая. Когда дорога хорошая, это плюс. Когда дорога плохая, это минус. Еще на что стоит обратить внимание. Здесь гидравлическое сцепление. И сделано оно, как так помягче сказать, не на нормального человека. Рычаг далеко, рычаг тугой. Как уже говорил, при перегреве начинает капризничать. Ну, из моментов управления это, пожалуй, самая косячная часть, на которую я постоянно обращаю внимание, ругаюсь. Хочется вообще заняться этим плотно, поменять, поставить другую машинку с другим рычагом. Вот, но все как-то руки не доходят. Но зато у нас есть огромный плюс в виде сиденья. Здесь это самое натуральное кресло, не побоюсь этого слова. Оно широкое, мягкое. Сиденье для второго номера тоже продумано достаточно хорошо. Вот эта вот самая спинка, она тоже стоковая. То есть она тоже родная и идет с завода. Не надо ничего добавлять, ставить. Многие ругают этот мотоцикл, говорят, на него не найти тюнинга, на него нет тюнинговых деталей. Ну, что я могу им на это ответить? Они на него нужны вообще? Тут с завода он уже упакован по самое некуда. Спинку вам искать не придется, она стоит уже сразу. Второму номеру здесь очень комфортно. Подножки как надо. Сиденье полноценное, высокое. Сиденье раздельное. Ну, тут тоже можно немножко поругаться насчет материала. Потому что, естественно, это не кожа. Это кожзам. Кожзам хороший, конечно, брутальный, влагостойкий, не промокает. Но учитывая, опять же, что мотоциклу немало лет, вся вот эта вот бодяга начинает со временем, конечно, трескаться. И тут мы приходим к тому, что в оригинале это сиденье, оно стянуто такими тремя пуговицами. Вот здесь была одна, здесь была вторая, здесь была третья. Закономерный вопрос, а почему этих пуговиц второй и третьей мы не видим? А потому что сиденье в этих местах лопнуло возле них. Потому что вот там вот рядом с ней создается избыточное натяжение. Материал в какой-то момент говорит нам мяу. Полностью его перетягивать я решил, что это слишком жирно будет. Просто посадили кожаные заплатки. И так ездим уже пару лет. И все у нас нормально. Пока не отвалилось. Приборная панелька, как говорил, датчика перегрева тут нету, и вообще она в целом достаточно аскетична. На спидометре максимальная скорость 200 км в час, честное слово, я вот не знаю, чтобы кто-то на этом моте столько разгонялся, но отмороженные люди 180 на нем ездят. Я разгонялся чуть больше 100, и мне этого хватило, потому что на такой скорости с него уже начинает сдувать. Некоторые мне говорят, поставь стекло, все будет нормально, но я считаю, что стекло это не true. Ставить его не собираюсь, а еще я очень не люблю быстро ездить. Так что, пока в целом меня все устраивает.
В довершение этого, мягко говоря, затянувшегося обзора, могу сказать, что меня лично этот мотоцикл полностью устраивает. Здесь есть достаточная, я бы даже сказал, избыточная мощность. То есть на нем, если что, можно пульнуть, оставив далеко позади, со светофора всех, кого только можно. Здесь есть много хрома, чтобы привлекать внимание. Здесь есть солидный звук, чтобы будить всех по ночам. То, что управление несколько некомфортно, то, что подвеска несколько мягковата, и то, что все это не так надежно, как, например, та же самая Honda, ну, это некоторые издержки, которые в данном случае компенсируются невысокой ценой. И это меня тоже вполне устраивает. Хотя иногда, честное слово, хочется пересесть на Honda, может быть, с меньшей кубатурой, чтобы она была как-то поспокойнее и, не знаю, более предсказуема. Honda все-таки лучше, чем Kawasaki. Как говорят, что 4 лучшие марки японских мотоциклов, да, ну, в общем-то, лучшие в мире даже, да, это Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki. Как говорят, проводят аналогию с девушками, что Honda это девушка красивая от природы, без косметики. Yamaha это девушка красивая уже в накрашенном виде. Suzuki это девушка красивая в накрашенном виде со стервозным характером. А Kawasaki? Kawasaki это вообще не девушка. Но тем не менее, японские мотоциклы круче американских. Это действительно так. Даже сейчас, в его нынешнем техническом состоянии, он лучше любого Харлея. У него нет сумасшедшей вибрации, из-за которой в зеркала ни хрена не видно. У него нет сумасшедших течей масла. И износ деталей у него, в общем-то, поменьше. Кардан, опять же, привод, он абсолютно вечный по сравнению с этими ремнями. Ну да, он жрет мощность, но мощности здесь столько, что ее жри, не жри, все равно ее останется достаточное количество. Итого я своего коня очень-очень люблю. При всех заподлянках, которые он мне строил. Но мы с ним уже практически одно целое. Вот уже 5 лет на нем езжу и в общем, доволен.